Ну вот, кстати, о Горбачеве, коего упомянула наша Татьяна Лагунова. Прожектор перестройки собрался в Европу, в Берлин, защищать Путина. Сам он, кстати, не дает бесплатных интервью и очень редко посещает мероприятия, а тут взял и согласился участвовать в торжествах 25-летию падения Берлинской стены. Горбачев, напомню, имеет прямое отношение к ее падению, но есть у него и другая, возможно, более важная задача – попытаться убедить Ангелу Меркель в том, что Путин, я здесь процитирую, «лучше всех сейчас защищает интересы России, а США, как считает бывший узник Фароса, использовали проблемы Украины как повод помешать великому развитию Российской Федерации». Эта версия абсолютно схожа с кремлевской пропагандой, не находите?